Привет, ребятки, добро пожаловать на канал Gadgets for You. Перед вами лежит необычный коробок. Почему необычный? Потому что в этом коробке лежат часы. Часы — это не совсем контент нашего канала, но это необычные часы, которые сочетают в себе кое-что интересное. Компания эта называется Holzkern, то есть если перевести с немецкого, то это деревянное ядро или ну что-то в таком роде, в общем, ядро из дерева или деревянное ядро. Так вот, компания эта у нас находится в Австрии. Вот у нас там адрес есть, Австрия, вот в Вене. И, в принципе, делает очень-очень много прикольных часов разных типов. Обычные кварцевые часы делают также автоматические часы. Ну, кто знает, автоматика, да, которые от руки заряжаются. Делают также солнечные часы, которые от солнца питаются. Вот, но, в принципе, технологии — это технологии, но самое интересное в них — это дизайн и сочетание компонентов. Собственно, поэтому мы сейчас откроем и посмотрим на них. Так вот, ребята, почему, собственно, я сказал, что это необычные часы? Потому что эта компания сочетает в себе две классные вещи. Первая вещь — это, как я и сказал, технологии, а вторая — это природа, точнее, природные материалы. И все часы, которые продает эта компания, содержат в себе какую-то частичку природы. Вот, нам подарили такую вот дощечку интересную. Здесь у нас идет такая, кстати, выжигание по дереву. Здесь идет у нас печать. Это явная печать, вручную это никто не выжигает. Вот, ну и тут написано, собственно, на английском и на немецком у нас. Вот, мы надеемся, что вам понравится. Вы будете наслаждаться вашей уникальной вещью. Ну, вашей уникальной природной вещью. Но это сложно перевести, как бы это... Как бы они дарят такую частичку природы, они называют их часы, и у них есть еще браслеты частичкой природы. То есть вот это не просто часы, а это частичка природы, индивидуальная, сделанная для вас. Вот у нас тут еще всякое барахло, сейчас я это все достану. Так вот, коробочка достойна отдельного внимания. Как вы видите, у меня необычная модель часов. Точнее, часы я вам еще не показал, но я вам сразу говорю, что это необычная модель, которую заказал. Модель моя называется Fire, то есть огонь. И это лимитированная версия часов, то есть они ограничены на 500 экземпляров. А вот у нее идет такая специальная коробка с выжженным огнем. Коробки они делают, кстати, тоже разные. То есть есть такие модели, где идет полностью индивидуальная коробка. Вот здесь у нас написана модель. Ну, по качеству я скажу вам так, честно, как бы, ну, ничего необычного. Обычная коробка, по-быстрому сделанная, не отшлифованная. Видите, тут вот у нас такой вот скол есть. Но, в принципе, если кому-то надо, можно зашлифовать. Я, может быть, даже края немножко подзашлифую, потому что я этим занимаюсь. Ну, и здесь у нас такой вот печать опять такая вот выжженная. Это такое прям тиснение. Давайте же откроем частичку природы. Вот так выглядят сами часы. Здесь у нас идет циферблат из красного мрамора. Настоящего красного мрамора. Собственно, сам механизм делает фирма под названием Citizen. Или как-то, ну я, может быть, неправильно произнес, но, в общем, называется Citizen. Так, значит, мы отложим немножко часы. Коробочка у нас имеет здесь такое дерево, это как бы у нас пробка, у которой нет угла почему-то. Ну ладно, вот у нас здесь тоже так же уникален, как и ты. Ну или если это к вещи относится, то так же уникально, как ты, вещь. Вот, значит, в коробочке не все. В коробочке у нас еще лежит кое-что. Это у нас такая тоже деревянная штучка. Это у нас гарантийная карта, которая у нас деревянная на 24 месяца. Вот, и нам пишут здесь, пожалуйста, имейте в виду, что эти часы сделаны из дерева и не имеют такого сильного сопротивления, как часы из металла. Ну, то есть намекают нам на то, чтобы мы были аккуратными с ними. Прикольно, очень прикольно, все из дерева. Так, у нас есть еще вторая штучка, как я вижу. Здесь вот у нас
сертификат. Какой-то сертификат, сейчас я почитаю. В общем, эти ребятки пишут, что они вот этим сертификатом гарантируют, что это продукт был сделан и был сделан их компанией, и они отвечают же за качество своих продуктов. Нас ждет еще что-то. Ну, по поводу часов, конечно, я в шоке, ребята, что тут столько всего, всяких аксессуаров, еще всякие прикольные карты. Ну, что-то еще здесь у нас, здесь что-то написано, момент. Ну да, вот здесь у нас, собственно, написали, что здесь аксессуары. Ну, я неправильно выразился, просто карточки эти прикольно выглядят. Вот аксессуары, ага, так. Смотрите, ребята, нам дали инструменты, нам дали, значит, шпильки для часов. Ну, то есть это если вы ремешок хотите сделать больше или тоньше. Собственно, сами детальки от ремешка. Вот они вот так вот выглядят. Сюда вставляются эти шпильки, и нам дали инструмент для этого, то есть, чтобы можно было шпильки вытащить и вставить. Что-то они как-то большовато выглядят. Интересно, мне вообще получится это сделать? Ну ладно, посмотрим. Ну, в общем, вообще, респект за инструмент, потому что я уже думал, как я буду это все делать. И в самой коробочке у нас внутри еще что-то нарисовано. То есть, это немножко плохо видно. Итак, вот, собственно, сами часы, они запакованы в такую пленочку, имею такую подушечку, на которую их положили, в которую их продели, скажем так. Вот, подушечка прикольная тоже, под цвет, все, молодцы, креативно, оригинально, все в пленочке абсолютно. Здесь пленочка, здесь сверху тоже пленочка. Давайте все снимем сейчас быстренько. Повторюсь, компания называется Holzkern, вот, и модель это называется Fire. Есть, это специальная серия, есть два вида часов, то есть это такая отдельная серия была сделана, огненная и ледяная, то есть это вот эта модель Fire, и есть еще модель Ice, то есть типа ледяная. Еще одна пленочка с обратной стороны циферблата на крышке. Сам циферблат выглядит так. Здесь внизу у нас написано какая-то по номеру часть из 500. Всего лимит был поставлен на 500 моделей. Точнее, не на модели, а на 500 экземпляров. Вот, собственно, самое интересное — это циферблат. Что интересно, секундная стрелка у нас внизу находится на отдельном циферблате. Спереди у нас только минутные и часовые стрелки. В заключение хочу сказать, что компания и часы мне понравились. Довольно-таки прикольный дизайн, который будет привлекать мое внимание и внимание других. Идея, в принципе, классная, сочетать технологии и природные материалы. Выглядит необычно, как я уже и сказал. Вот, в принципе, вы в заключение могу только сказать, что вы сами решаете, какие часы и от какой компании вам покупать. Мне приглянулись эти, я взял их себе в личное пользование и решил показать вам, чтобы вы тоже знали. Эта компания поставляет часы не только по Германии, а также по всему миру и предлагает бесплатную доставку. Так что имейте в виду, компания Holzkern. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорого!